А вот политики во Франции не упустили шанса использовать 1 мая для агитации и предвыборной риторики. В тех же европейских странах, где до выборов далеко, это обычный выходной. Повод устроить уикенд и подарить друг другу ландыши. С какими настроениями Европа встретила 1 мая? Подробнее Елена Зорина. День труда, именно так называют 1 мая в Бельгии. Редкое для Брюсселя явление, но все же двери всех евроинституций сегодня закрыты. Здесь официальный выходной. То же самое и с большинством магазинов. На улицах в основном туристы фотографируются, осматривают достопримечательности. Здесь отдыхают, пока дома демонстрации. У нас в Австрии традиционно в этот день многолюдные демонстрации и заявления о солидарности. Здесь мы наслаждаемся выходным днем. Бельгийцы в день труда тоже не работают. Кто на пробежку, кто просто в парк погулять. Но самое главное – это цветочная традиция. Небольшой букетик ландышей – это то, что должен подарить близким в знак солидарности трудящихся и в честь праздника. Сегодня еще отмечают и день этого цветка. Мы покупаем вот такие букетики, отправляем в сообщениях открытки с их изображением. Вам подарили такой букетик? Нет. Это нехорошо. Каждый парень и мужчина этим утром быстренько, начиная с 7 утра, идет в магазин, чтобы купить такой букетик для жены, дочери. Это не какой-то там особенный день для нас. Всего лишь выходной. Это день труда, но мы не работаем. Мы проводим время с семьей. Вот сейчас вышли в парк прогуляться, но это не в честь 1 мая. А вот где традиционно отмечают 1 мая с размахом, так это во Франции. Не только в Париже, но и по всей стране сегодня проходят профсоюзные митинги, посвященные правам трудящихся. Но в этом году еще и президентским выборам. На носу второй тур уже в это воскресенье. Я хочу, чтобы Национальный фронт и Ле Пен не пришли к власти. Тот, кто победит, должен реагировать на социальную несправедливость, бороться с неравенством. И мы об этом напоминаем господину Макрону в этот 1 мая. Сами политики тоже не упустили возможности лишний раз напомнить о себе. Центрист Эммануэль Макрон, которому социологи упорно прогнозируют победу, с утра почтил память марокканского парня, погибшего в 95-м после майской демонстрации. Скинхеды загнали его в сену, и он утонул. Они пришли к реке с митинга ультраправых, который проводил отец Марин Ле Пен. После этого мероприятия Макрон отправился на уличный митинг. Своих сторонников вывела и лидер ультраправых. Сама Марин Ле Пен до сих пор вину ее политсилы в этой истории отрицает. Больше говорит о нынешнем сопернике. Реальность простая и понятная. Эммануэль Макрон – это просто Франсуа Олланд, который хочет держаться за власть и быть как в ракушке. Мой соперник говорит, что будет продолжать политику Олланда в этой стране. Мы выбьем его из гонки. Это очень важная гонка, я чувствую свою ответственность. Даже те, кто не разделяет моих взглядов сегодня, призывают за меня проголосовать. Они вызывают у меня уважение. И сегодня же проевропейский кандидат Макрон не исключил выхода их страны из ЕС вслед за Великобританией, если реформ в Евросоюзе не будет. Я проевропейский политик, но в то же время мы должны учитывать ситуацию. Дальнейшая разбалансированность в работе ЕС недопустима, поэтому я считаю, что мой мандат распространяется и на глубокое реформирование Евросоюза, нашего европейского проекта. Единство Европы – это еще одно требование нынешних демонстрантов. Накануне именно эти лозунги в Германии вывели на улицы несколько тысяч человек. Елена Зорина, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».